Возвращение легенд в Белгород. Команда прославленного бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко встретилась со спортсменами региона в центре кикбоксинга и привезла с собой два чемпионских пояса. Напомним, что Вадим Немков является действующим чемпионом «Беллатор» в полутяжелом весе, а еще один наш земляк Валентин Молдавский на днях завоевал титул временного чемпиона в тяжелом весе, победив американца Тимоти Джонсона. Хотим сегодня поздравить ребят, которые прославляют уже не первый раз не только Белгородскую область, но и Россию на международном уровне. На счету Федора Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. В последний раз боец проводил поединок в декабре 2019 года против американца Куинтона Джексона. Тогда россиянин одержал победу в первом раунде. Федор Емельяненко вновь выйдет в октагон в Москве 23 октября в рамках турнира «Беллатор». Соперником может стать бразилец Луиту Мачида, бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории. Федор эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Что касательно меня, об этом скажет Скотт Кокер, компания «Беллатор». Но в ближайшее время у нас выступление. Вадим будет готовиться к 25 сентября. Будем в Старом Москве или здесь. И вот будем Олега Николаевича привлекать с его бойцами. Очень ответственный будет поединок у нас, Вадим. Команда Федора Емельяненко оценила атмосферу в новом центре кикбоксинга и выразила надежду, что в Белгороде скоро будут проходить по-настоящему топовые соревнования по боевым искусствам и единоборствам. Все возможности у города для этого есть. Виктор Апальков и Николай Русанов, Белгород Медиа.